Бонд, это был Квин. Сейчас загружу тебе видео. Видео? Что там? Увидишь. Так, видео скачано. Что-то еще скачал. Мне кажется, сейчас отсюда пойдут. Я даже не кажется, я знаю точно. Они придут сейчас отсюда. Уходим отсюда. Так, надо уходить в другую сторону. Черт. Всем постам, это база. Высылаем поддержку с воздуха. Он попался. Видим его. А куда уходить? Открываем огонь по цели. Проверим все переулки. База, видим его. Он близко. Уходим отсюда. Это последняя моя... Ух ты! Последняя моя серьезная операция сейчас будет, наверное. Охренеть, как мне от них уйти? Их очень много. Черт! Как назло! Они стреляют, смотри в меня! Только этого не хватало, чтобы я застрял тут. Нет, ты уходи отсюда. Да, уйдем, все нормально получится. Так, уходим, ребят. Очень опасная операция. Последняя, наверное. Надеюсь, что все будет хорошо. Так, надо, короче, через мост, во-первых, выходить. Черт. Кто-то разложил. Уходим в сторону. Черт. Твою мать, он мне крышу. Он мне крышу снес. Самое-то страшное. Оху-ху. Давай уходим, ребята. Нормально, все будет хорошо. Так, ладно, уходим. Где искать мост? Очень срочно нужен мост. Ух ты! Меня чуть не нейтрализовали нафиг. Светофор. Так, ладно. Вовремя остановился я, сказать так. Полиция за мной. Мне кобздец, наверное. Я надеюсь, я уйду. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Так. Черт, машина уже ни к черту не годится. Это полиция, к обочине. Так, у меня энергии не хватает. Черт! Блин, они меня чуть... я чуть не ушел. Врезался в дерево. Ну как так можно было, а? Ой, черт, люди. Да мне похрен уже. Теперь уже слишком все страшно. Люди уже... Светофор. Остановись. Вот этого не хватало мне только. Машину на новую какую-то хорошую. Черт, все, ушел. Уходим отсюда. Черт! Последняя моя операция, это полный кобздец какой-то. Это был Квин. Сейчас загружу тебе видео. Короче, давай видео загружаем и уходим отсюда. Что быстрее. Там? Увидишь. Так, подожди, оружие. Уходим. Всем. Все, отлично. Уходим нахрен отсюда, с этого отеля гребаного. Черт. На поиски подозреваемого был отправлен внедорожник. Ё-моё! Мне бы уйти. Охренеть. Как? Черт. Твою душу мать. Вот машина. Ты меня спасешь. Ты мне поможешь. Я знаю, ты мне поможешь. Уходим.
Иди нахрен. Люди, люди, люди. Так, ладно, хрен с тобой. Я думаю, на мотоцикл не стоит садиться, потому что будет опасно. Еще одна попытка. Уже не первая, уже не вторая. Уже даже не знаю, какая. Блин, но мне нужно уходить. Срочно нужно уходить. Так, ладно, давай попробуем. Черт. Да как так-то? О, нет. Уходим на мост. Уходим вообще с этой территории. Какого хрена, блин, хрен уйдешь? Они меня зажали. Они меня зажали, падлы! Твою мать, нет! Нас сегодня ждет вообще охренительная ситуация. Как уйти с отеля с этого? Ладно. Что там? Увидишь. Мне пофиг, хоть 10 попыток будет. Главное сделать дело. Че, не скачал, что ли? А, скачал. Уходим. Даже полицейских можно не убивать. А вот так уйду я? Нет, так я не уйду. Короче, уходим, уходим отсюда. Как можно быстрее. Сваливаем. О, черт! Чуть не разбился нахрен. Но, по крайней мере, я могу уйти. Здоровье, здоровье. Они меня засекли. Они меня засекли. Всем подразделениям, мы рядом с ним, прием. Черт, да люди, 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 бедные люди. Сколько им достается? На мотоцикле я не буду. Однозначно не буду на мотоцикле. Слишком опасно. Патрульный внедорожник ведет погоню. На меня внедорожник патрульный. Ха-ха, отстал, отстал, отстал. Черт, он попал мне прямо в голову. Я вообще уже не слежу. Блин, какой он точный, а? Я вообще уже не слежу, кто тут. Черт, у меня кончилось. У меня кончилась энергия. Черт, что же делать-то, а? Да. Отстаньте от меня. Че вы? Че вы прям? Че вы? У меня энергии мало. Ну, надо срочно уходить на мост. Да что за хрень, а? База, разрешите доступ к сетевой. Черт. Вот мост. Мост, мост, мой, мой, мост. Есть. Я его протараню. Черт. Он не отстал от меня. Остановись. Мудила. Ладно, попробуем уйти. Уху-ху-ху-ху. Да, как начиналось все славненько, а? Поначалу, да? Не так страшно все было. Вернее, я ездить вообще не умел. Сейчас я езжу более-менее нормально так. Как мне кажется. Заграждение. Поворот. Срочный поворот. Черт. Дай мне свой джипик. Дай джипик мне свой. Черт. Я думаю, на джипе будет гораздо лучше. А, черт, колесо. Колесо, 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 колесом. Еще один. Да сколько вас тут? Ух, красиво как. Уходим. Так, здесь выход на мост, да? Черт, у меня энергия опять кончилась. Че, я так и буду тут гонять до бесконечности? Че-то так сложно, офигеть. О, машина! Проезжай, проезжай, проезжай. Человек, извини. Вау, круто, я нейтрализовал врагов. Класс. Черт, пойдем по прямой. По прямой пойдем.
смотри, он едет в моем направлении. Он знает, что делает. О, да как, черт, эти деревья тупорылые, блин. Вообще хреново с ними сопротивляться. Столбы легко ломаю, деревья, это просто кошмар какой-то. Так, на мост я не ушел, надо было на мост, наверное, уходить. В принципе, еще есть возможность уйти на мост. Можно даже здесь, наверное. Вот тут вот на мост идем. Уходим на мост. На большой. Черт. Ни хрена их тут! Твою мать! Машина... Все, похоже, кобзец. Нет, не ушел опять. Если вы считаете, что нужно показывать только то, как вы побеждаете, какой вы молодец, по-моему, это не совсем правильное дело. Так что я играю так, как могу, и не собираюсь прятать от вас то, что я, как я мучился в конце. Я думаю, что это уже конец, потому что Квин уже мертв. Так, а я мог бы уйти на катере, а? Интересно. Просто интересно, на катере попробовать, а? Давай разок попробуем на катере. Класс. Вариант классный. Что-то я сразу не подумал. А сейчас я вообще в легкую уйду от них. Ё-моё, видите, решение как легко принимается. Я больше мучился, чем на самом деле это все происходило. Даже от вертолета ушел. Вообще в легкую. Ладно, кто сейчас позвонит? Фу! Это жуть. И уже не первый раз такая ситуация. Чего бы Кларе звонить тебе? Ты не знал? Думала, за инфу я отдам твою сестру. Трогательно, да? Я прямо плакал весь. Что она тебе наплела? Не надо, Дэми. Я серьезно. Забудь о ней. Чел, мы ведь больше не партнеры. Делаю, что хочу. И чё? Зачем ей Дэми? Нет, это тоже очень интересно. Где же ты, Клара? Где ты? Так. Вот она. Еще ее спасти надо. Давай спасем. Фу-фу-фу. Да уж. Сегодня день не самый простой. Так, ладно, посмотрим, где у нас тут по каналам. Нам надо, короче, сейчас выйти срочно. Я думаю, к мосту, может быть. Вот сюда здесь найти машину какую-нибудь поблизости. Так, а тут ни хрена ничего нету. Интересно, сколько до нее ехать? 1,5 километра. Это не на время, так что сейчас все нормально пройдет. Получится ли у нас спасти ее или нет, это уже другой вопрос и неизвестно. Но я буду стараться. Охренеть. Раз на раз не приходится, но это просто какой-то кошмар. Так, эта машина не целая. Я-то надеялся, что можно на этой машине куда-нибудь уехать будет. Так, ну все, я вышел наверх. Сейчас я прямо вот тут вылезу, наверное. И пойдем спасать Клару. Тоже мне, блин, подружка. Пойдем, пойдем. На мотоцикле, конечно, это все делать вообще небезопасно, да. Бронированной машины, к сожалению, нету. Сейчас что-нибудь найду какой-нибудь. Поезд. А, это же, блин, железная дорога тут. Черт. Ладно. Вон машины стоят. Стоять. Аккуратно. Давай проезжай. Блин, задача все сложная. Да ты сам нарвался, придурок. Черт. Не хотел я тебя сшибать сам. Полиция? Нет, не успели.
Так, ну Клара, скорее всего, он где-то вон там. 500 метров. В углу где-то закрыли. Ее же... Она же в этом... Как он город называется? Паулу, как он называется город, этот, часть города? Кто звонит? Эйден, в твою сторону Тибон? Едут люди клуба. Дэми, гори в аду. Она даже не в курсе. Мать твоя. Охренеть. Клара! Что? Как дед? Шанс есть, в принципе, спасти. Опс, похоже, ни хрена. А чё я? Почему? Эй! Чё за хрень? Вот, а, вот, всё, понял. Так, подожди, а если я сейчас кину им прямо туда бомбочку? Еще одну бомбочку кинем. Есть. О, так у меня этот есть. Я даже не знал, что у меня такая штука есть. Блин, если бы я знал сразу, что у меня такая штука тут есть, я бы их всех расхерачил сразу. Так я. Вот так тебе, падла. Похоже, еще один. Где он? Падла. Куда ушел? Черт. Я с этой винтовочки в его просто в раз. Так, подожди, это не та винтовочка. Вот она. Нет, опять не та. А что, у меня патроны кончились? Нет. Подожди, а как она стреляет? Вот так вот. Все. Нет, ранил. Ты один остался, парень. Был один. Черт. Охренительная ситуация. Да. Охренительная ситуация. Ну что ж. Такое-то же бывает. Сразу ей подарил, да? Не отходя далеко. Мобильник. Привет, Эйден. Не знаю, с чего начать. Я видела, как вы с Джексоном играли в шахматы. Оба были такие печальные после похорон. Но с тобой ему было спокойно. Мы все здесь прячемся за мониторами. Только так мы не боимся. Честное слово, я понятия не имела. Я не знала, что будут жертвы. Я просто работала. Я думала, если помочь тебе найти ответы, то помогу и себе. Не смогла. Когда все закончится, надеюсь, мы поговорим. Если нет, я просто исчезну. Уж это я умею.